Всем привет! Есть миллион роликов о том, как правильно гулять с собакой, как научить ее подзыву, а также тому, как гулять на правейшем поводке. В общем, о прогулках и проблемах на улице. Но очень мало информации о том, как собаке оставаться дома. Хотя невероятное количество пёселей и их владельцев сталкиваются с проблемой именно дома и именно тогда, когда пёсель остается один. Ну что ж, сегодня как раз об этом. Страх одиночества у собак, он же страх расставания. А также еще используется более профессиональное название – сепарационная тревога. План такой. Поговорим о том, как понять, есть ли страх расставания у собаки. Или его нет. Яркие проявления, менее яркие проявления, когда владелец даже и не знает особо, что собака боится оставаться дома одна. С чем страх одиночества обычно путается? О причинах появления страха расставания. Ну и, конечно, о мерах профилактики. Итак, не теряем ни минуты от слов, сразу к делу. Но сначала хочу вам признаться, у меня тоже есть страх оставаться в одиночестве без ваших лайков. Ставим их этому ролику, помогаем его продвинуть и сделать сотни других собак чуточку счастливее. Поставили? Тогда го в тему. Начнем с более ярких проявлений в одиночестве. Вой, лай, чаще всего также с подвыванием. Лужи, то есть собака писает. Здесь хочу остановиться и сказать, что это не метки, а именно лужицы. Обычно на полу, часто в коридоре, но бывают и на кровати или диване. Лужа отличается от метки объемом. Лужа – это лужа. Метка – это пару капель или очень небольшой объем. Кучки, то есть собака, как и дома. Часто это не кучки, а жидкий стул, понос. Беспорядок. Собака перемещает, переворачивает какие-то предметы. Часто таскает какие-то вещи владельца к себе в лежанку. Переворачивает постельное белье владельца. В общем, беспорядок, но без погрызов. Разрушение квартиры. Обычно много предметов, но разрушения небольшие. Типа везде по чуть-чуть, погрыз там-сям. А не так, что лежал и довольно тщательно жрал ботинок или плинтус. При страхе одиночества можно наблюдать много небольших разрушений. Там погрыз, там что-то порвал. Все перечисленные сигналы могут идти как вместе, так и по раздельности. Например, присутствует только какой-то один сигнал. Да, как я уже сказала, такие сигналы и сигналами ты не назовешь, так как это не сигналы, а сигналища. То есть их действительно сложно пропустить и не заметить. Но в своей профессии я сталкиваюсь с тем, что владельцы не всегда понимают собаку, то есть ее истинные мотивы и чувства. И таким образом самый частый, к сожалению, вопрос ко мне – это как отучить собаку писать дома или как отучить собаку выйти, рушить квартиру, когда она одна. Для меня это звучит так – как отучить собаку бояться. Разрушение, вой, кучки дома – это не проблема, а следствие проблемы. Настоящая проблема – это страх. От него собаку не отучить. Но об этом поговорим еще чуть позже, пока продолжу про проявления говорить. Если вы не понимаете, собака разрушает квартиру от страха или от скуки, такое тоже бывает, то самый базовый совет – поставьте камеру и посмотрите внимательно за собакой. Обычно даже не специалисту по поведению можно понять поведение вашего пёселя. Тревожно бегает по квартире, что-то грызет, бросает, опять грызет, бегает, слушает дверь или смотрит в окно, опять к двери. Появились ли там шаги хозяина? Это тревога расставания. Спал, запрокинув ноги, теряя слюни на подушку. Проснулся, потянулся, пошел, побродил, прилег, пожевал подушку. Это стало скучно, и это другая проблема. Нужно правильно организовать пространство и нагрузки собаки. Об этом в другом ролике. Если тема интересная, пишите в комментариях слово «баланс». Соберем 40 таких комментариев, запишу ролик на эту тему. Организация пространства и нагрузок собаки. В течение дня. Переходим к менее ярким проявлениям страха одиночества. Таким, что когда-то я и сама не знала про тревожность своей собаки, что она есть вообще у собаки, пока камеру не поставила. Собака не спит.
плохо спит, тревожно спит, постоянно бегает проверять окно или входную дверь. В норме в одиночестве питомцы должны спать. Если этого не происходит, то причины могут быть в страхе и тревожности. Но иногда вижу и ошибки владельцев здесь. Например, хозяева пытаются сделать одиночество собаки интересным. Оставляют еду, игрушки, покупают еще животных, чтобы они играли и развлекались друг с другом. Так делать не нужно. В одиночестве собака должна спать. Ставим камеру, видим, что собака тревожится, бродит, плохо спит, тревожно спит. Это сигналы, скорее всего, сепарационной тревоги. Если видим картинку, что собака бродит и пытается себе занятие найти, это скорее проблема неверного распорядка дня. Больших окон одиночества, неверных нагрузок. В общем, вывод. Собаки должны спать в одиночестве. Если этого не происходит или вы пытаетесь собаке ваше отсутствие устроить веселье, это не окей. Собака ведет себя тихо и мало двигается в одиночестве, но тяжело дышит. Смотрит в одну точку, слюна становится более жидкой и капает как бы с языка изо рта. Знаете, это очень тяжелое состояние собаки, ну очень плохо собаке. Просто проявляется это не проблемно для владельца, но собаке очень нужна помощь. Как помочь псу? Есть два ресурса, платный и бесплатный. Собственно, данный ролик «Как преследует цель помочь распознать, есть ли у питомца страх расставания», а также содержит первые рекомендации, которые можно начать применять уже сейчас. Кроме того, мы регулярно проводим совершенно бесплатно вебинары, посвященные в том числе и этой проблеме. Зарегистрироваться всегда можно, перейдя по ссылке в описании. Второй ресурс, и для тех, кто гарантированно хочет справиться с данной проблемой и не терять время, о котором я не могу не упомянуть, это курс, посвященный только и именно этой проблеме. Почему курс? Потому что это целая система, которая включает 20 практических тренировок, а также сопровождение при обучении, а этого не заменит ни один, даже самый полезный ролик. Над курсом трудились сразу 3 эксперта по поведению собак. Я и еще мои коллеги Наталья Трофимова и Алина Чертыковцева. Специализация которых как раз является работа с поведением и сепарационной тревогой у собак в частности. А еще хочу поделиться личным. Я и Алина на собственном опыте столкнулись со страхом одиночества у своей собаки. Мой бигль страдал сепарационной тревогой с самого детства, выл и очень переживал, как и БШО Алины. То есть программа курса обкатана не только на огромном количестве наших учеников, но и на наших собственных собаках. Проблем у них такой больше нет, как вы понимаете. Пока продолжу с сигналами, которые здесь в этом блоке, а именно менее яркие проявления страха. Слишком активно вас провожает, пытается выскочить вместе с вами, не умеет различать выход на прогулку с собакой и вашим уходом, например, на работу. Каждый раз волнуется и просится пойти вместе с вами. Слишком активная встреча и возбуждение после разлуки. Нет, ну все собаки рады, конечно, и активно это показывают. Но если ваш превращается в абьюзера, пытается выбить челюсть, слизнуть ваше лицо, разбить нос, царапается, сходит с ума, скулит и даже писается, здесь что-то нечисто. Это повод предположить страх расставания. Когда вы дома, всегда старается касаться вас. Спать так, чтобы чувствовать телом ваши ноги, например. Если вы даже ненадолго меняете комнату, а собака просыпается и идет за вами, это тоже может быть сигналом страха расставания. В целом, собаки, конечно, социальные животные. Мои тоже будут спать в той комнате, в которой я работаю, например. Но я именно про такую тревожность. Когда вы идете в туалет, а собаке кажется, что вас непременно туда засосет, если пёсель не будет вас сопровождать туда. Это уже сигнал тревожности. Глобально, если без детализации, то основных причин 3. Генетическая предрасположенность. Да, так бывает, собака такой родилась. Неверное действие владельца в раннем возрасте щенка. Триггеры во взрослом возрасте собаки. В первом пункте предрасположенность. И сказать-то особо нечего, кроме если вы покупаете породистую собаку, то проверяйте качество разведения, а также темперамент щенка и родителей. Как об этом мы сделали крутейший ролик с другими экспертами. Он уже на канале. Как выбрать щенка? Чек-лист. Если ваша собака не породистая или вы не можете отследить качество разведения, ну, значит, надеемся на удачу просто. Неверные действия владельца в раннем возрасте щенка. После того, как щенок переехал в новый дом,
С одиночеством он столкнулся, например, слишком быстро, слишком надолго. Обратная проблема. Не нужно брать отпуск по уходу за щенком. Не стоит его не оставлять дома вообще. Так как если он вообще не остается один, это тоже плохо. Оставаться одному дома – это в том числе навык. Рекомендация. С третьего примерно дня жизни щенка у вас дома начните уходить сначала на короткие сессии, минут на 5-10. Если все хорошо, увеличивайте интервалы. Если есть сигналы страха, записывайтесь на курс. Триггеры во взрослом возрасте. Резкие и сильные изменения в жизни. Было 5 человек, членов семьи, а резко стал один, например. Резкая смена жилья, резкое изменение условий жизни. Например, хозяин работал дома и уходил ненадолго всю жизнь. Но сменилось на хозяин, теперь работает с утра до ночи в офисе. Собаки – это члены семьи. Пожалуйста, учитывайте и их жизненные привычки и ценности. Ведь с детьми мы тоже как-то так поступаем. Учитываем их садик, школу в нашей жизни. И вот собаки тоже – это часть семьи. И они заслуживают такого же подхода. Вообще, всю профилактическую часть работы я уже озвучила ранее в ролике. Поэтому, если пропустили, рекомендую пересмотреть. Здесь подведу итоги. Первое. Выбирайте заводчика щенка и родителей щенка, так как страх одиночества – это наследственное. Нет такой возможности – вы берете собаку без какой-то истории, надеяться, что с этим вы не столкнетесь. Собственно, знание и умение выстраивать правильный распорядок дня щенячества и приучать к одиночеству желательно с детства. При переезде во взрослом возрасте не оставлять резко собаку в новом пространстве. При изменении вашей жизни, смены работы, развод, что-то еще, помните и о интересах собаки. Она не должна с этим столкнуться как-то слишком резко. 4. Для профилактики и решения проблемы страха одиночества записывайтесь на наш курс «Страх одиночества у собак». Ссылка в описании. Хотите узнать больше, пообщаться с одним из авторов обучения? Записывайтесь на бесплатный вебинар по теме «Страх одиночества у собак». Ссылка также в описании. Друзья, на этом с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Подписывайтесь на канал и точно их не пропустите. Пусть ваши расставания с питомцами будут недолгими и приносят только радость при встрече. Никаких тревог. Я желаю вам хороших тренировок, а вашим окроносам послушных хозяев. Всем лавгов!